Ремонт кровли, фасада, подвальных помещений и многое другое. Все это перечень услуг региональной программы капитального ремонта, действующей на территории области. В Заурале она появилась несколько лет назад, но уже активно реализуются и выполняются все установленные задачи. Только в этом году в краткосрочный план включены 329 домов. В начале года эта цифра была меньше – 226. С актуализациями программы число заметно возросло, как и возрос спрос собственников на участие. Надо сказать, что и региональный наш оператор, ну и, наверное, органы местного самоуправления, и в том числе средства массовой информации, я об этом говорил, еще раз говорю, и слова благодарности в части разъяснения среди населения, собственников жилья о важности этой программы. Потому что вот жилье, как объект недвижимости, но в результате эксплуатации жилье изнашивается. В краткосрочный план капитальных ремонтов на 2017 год вошли 148 многоквартирных домов в районах области. В дальнейшем этот перечень будет дополнен 108 домами города Кургана. Капитальные ремонты этого года продолжаются. В 71 многоквартирном доме работы завершены. Фондом капитального ремонта приняты работы в городе Кургане и Шадринске, селе Крутая Горка Шумихинского района, город Шумиха и Долматова, рабочий поселок Варгаши, поселок Веденское Китовского района, село Сосновка Каргопольского района, село Целинное и село Красная Нива Шадринского района. В рамках реализации краткосрочной программы 2016 года уже отремонтированы 52 дома. Чуть больше 100 охвачены ремонтом. Работы ведутся самые разные, в зависимости от совместного выбора собственников дома на общих собраниях. После 22 июля последней актуализации программы в перечень добавлен еще один вид работ – ремонт лифтов. В Кургане и Шадринске, например, обновлению подлежат свыше 500 конструкций. Согласие собственников жилья, в общем-то, вот произошла актуализация, и дома добавились. Региональный оператор объявил конкурс на проектирование по замене лифтового оборудования. После того, как документация будет выполнена, значит, по новой будет объявлен конкурс уже на замену лифтового оборудования. Поставленный план выполнения программы до конца 2016 года должен быть выполнен в срок. Это одна из приоритетных задач. Единственное возможное отклонение – замена лифтов. Она может продлиться вплоть до следующего года. Контролирует качество всех работ специализированная организация «Строительный контроль». В приемке работ после проведения капитального ремонта принимают участие в первую очередь собственники жилья, а также представители органов местного самоуправления и государственной жилищной инспекции. Александр Мироненко, Светлана Епифанова, Кирилл Филимонов, информационный агентство «Курган.ру».